Сегодня наш телеканал запускает обратный отчет времени. До Нового года осталось всего 12 дней. И чтобы создать себе праздничное настроение, достаточно пройти по улицам города. Торговые витрины уже сияют, главная елка тоже манит огнями. Эпицентр торжеств, как всегда, будет на площади Освобождения, где уже в субботу в 16:30 можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. А сегодня украшать центральную площадь отправились сотрудники госадминистрации.